Здравствуйте, меня зовут Инна, я работаю в отделе по работе с репатриантами в Рамангане. Я координатор по дошкольному образованию здесь, в городе. Если у вас есть дети до 6 лет, если вам надо записаться в городской садик или в продленку, если у вас есть какие-то вопросы с воспитательницей или обучению языка, я буду рада вам помочь. Если вы ищете кружки, которые могут учить детей иврита после обеда, у нас есть уникальный кружок под именем «Иврита и искусство», который работает в городе. И также еще много разных кружков для детей, которые могут им подойти и разбивать их. Буду рада вас видеть. Для дополнительной информации позвоните там по телефону 03-675-8486 или напишите нам по нашей страничке в Фейсбуке «Отдел по работе с репатриантами Рамадган».